Неужели нельзя было сделать это раньше? Раньше. Отлично сказано. Да у меня руки были по локоть в баклажанах, пока ты вертелась перед зеркалом. Молчала бы про зеркало. Сама-то уже 2 часа наряжаешься. Сюзанна, не смей так говорить. Мать вправе хотеть произвести на сына впечатление. Луи интересуется модой, ему нравится цветное. Он же гей. Неужели из-за этого надо штукатуриться, как травести? Спасибо за комплимент. Может, хватит уже придираться? Или будем цапаться, пока он не войдет? Говоришь, придираться? Ты прямо как мужик, хочешь всегда быть права. А знаешь, что бывает с такими людьми? Не знаю, мне плевать. Ну, не знаешь, тебе же хуже, мне плевать. Лично ей на все плевать.